Подожди, пожалуйста. Сейчас, минутку. Добрый вечер, люди добрые. Вы знаете, вот 10 лет назад выходил такой прекрасный сборник. Назывался он «Грушинский фестиваль». Если кому-то повезло, может, у кого-то еще сохранился экземпляр. Мой последний уже, по-моему, затрепан до дыр. И вот сейчас издательство «Грушинского клуба» опять подготовило вот, так, вот такие сигнальные экземпляры. Здесь есть специальное приложение, и вот ваши пожелания будут здесь учитываться, пожелания всех авторов и тех, кто достанутся эти сигнальные экземпляры. Это будет выходить целая серия с подпиской. То есть там будут потом и тексты авторов, которые вот представлены в этой книге. И вот первый сигнальный экземпляр я вручаю автору песни, которая, естественно, же есть в этом сборнике, Александр Суханов. Давайте я здесь найду свою песню какую-нибудь. Да, а здесь не по алфавиту, да? Это здесь по годам. Здесь по годам. И история Грушинского фестиваля. И какие лауреаты были каждый год на этом фестивале. И различные статьи о фестивале и об авторах. Это действительно прекрасное издание. Оно будет выходить как то первое издание в глянцевой обложке, но будет более дополнено, потому что за 10 прошедших лет появилось много прекрасных авторов. А, вот, я нашел. Поэтому это только пробные знания, сигнальный экземпляр, Саша, их я знаю. Сделано не вот такое же большое количество. Нашел песню одну, которая, нашли, да? Которая называется «Песня о конной тяге, ах, телега ты моя, вдребезги разбитая». Итак, «Песня о конной тяге». Я извиняюсь, что вклиниваюсь, вот здесь за сценой два мальчика сидят, и мама Тарасовых, пожалуйста, подойдите за сцену. И впредь встречайтесь, потерявшись за сценой, пожалуйста. Ах, телега, ты моя, дребезги разбитая, ты куда везешь меня? Всюду позабытая, мой коняга так устал, сонная дорога. Колокольчик зазвучал, переливом трогая. Диги-диги-дон, дон-дон, зиги-дон, дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Зиги-диги-дон, дон-дон, зиги-дон, дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ночь прошла, поет рассвет, будто путь недлинный, и звучит его сонет, музыка и старинной. Рысью конь мой поскакал, светлая дорога. Колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон, дон-дон, зиги-дон, дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон, дон-дон, зиги-дон, дон-дон-дон-дон-дон-дон. И ненастье подошло так же незаметно, листья в небо унесло налетевшим ветром. Солнце спряталось у скал, мокрая дорога. Колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон, дон-дон, зиги-дон, дон-дон-дон-дон.
дон, 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 диги-диги дон, 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 диги дон, 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 дон. Дорогие мои хорошие, спасибо, да. Вы знаете, вы громко кричите. Вы кричите громче, чем я. Вы знаете, некрасиво, да. Я могу громко. Давайте договоримся так. У нас очень много выступающих. Потому что все жюри приехало, много почетных гостей. И вот если будем громко кричать, мы просто больше времени займем, и у нас меньше песен прозвучит. Потому что времени у нас не так уж много. Уже в 11 часов состоится третий тур. Утро здесь, вот здесь будет жюри выбирать лауреатов и дипломантов этого фестиваля. Поэтому мы концерт можем продолжать только часов до 7, до 8, я думаю, да? Да.